Привет, мы смотрим вторую серию «Стервочек» отечественного производства. Наверное, придется извиняться. Хотя, мне кажется, девочки сами уже за все извиняются последние лет 20. Сколько этому проекту? Лет 10 уже? Это 10 лет прошло. Но мы обещаем, мы не хотим быть вот этими токсичными людьми, которые смотрят на первые плоды творчества этих юных особ и такие: ой, какой ужас, как это мерзко смотрится. Нет, это потрясающе, я считаю. Это низко над этим смеяться. Мы будем смотреть, мы будем восторгаться. Прям кинокомпания целая. Pictures, хотя в каком-то смысле, когда тебе больше двух человек, ты уже компания. Или компания из одного человека. Когда ведь еще было прикольно краситься мой ногти. Покупали лак, красили там. В смысле, а сейчас это не популярно? Сейчас все идут на маник. Ну, ты идешь, садишься, делать, а там. Да ладно, что. Кто сейчас покупает маникюр? Ну. Редкие люди, которые... Да хорош, дома нравится. Девочки... Да, но раньше вообще это не... Слушай, раньше на маникюр ходили только, типа, супер какие-то зажиточные люди. Сейчас на маникюр ходят, ну, подавляющее большинство. Ну, правда. То есть, мне кажется, делают маник только те, кто прям тащится по этому или там, ну... Слушай, я не знаю, может быть, это... Ну, раньше все делали сами себе, мне кажется. Ну, может, у меня какие-то неправильные данные, сорян. Потрясающая девушка. Вот, вот эти челки, знакомые. Вот эти челки, я прям помню, вот почему-то прям девчонки угорали по этой теме. Очень люто. Они плотные, прям вообще. Прям занавеска такая. И это делало всех почему-то невероятно одинаковыми. Я не знаю, вот ты смотришь, ну, на эту девушку и такой: бау, я с такой учился. Степан. Лео у нас такой, да? Лео у нас альфач. Лео у нас вообще доминант. Ой, сестра. Как мама на это все? Это там же матери как-то, да, это все спонсировали. Взрослые участвовали, как-то все это вовлекались. Ну какие молодцы. Вот реально девочки решили устроить творчество. Поддерживали творчество. Не говорили: ах ты шлюха, чем ты занимаешься вообще. Иди учись. А занимались творчеством, выходили на YouTube, матери это поддерживали. Это очень классно. Вот они там подконтрольно целуются на съемке. И тоже это вообще никак не пресекается. Я считаю, что это вообще, вот надо быть таким родителем. Господь, я их помню! Я помню эти заколки железные. Я всегда думал, что это холодное оружие. Ты можешь просто, не знаю, младенца им приколить. Ну, это прям огромный какой-то церемониальный нож. Я хочу выколить себе глаза. Вторая серия. Так, он сейчас в Крыму? Мне кажется, там надели просто на руку. Актеров не хватало, и там вот палку натянули, вешалку натянули, и вот так вот рукой водили. И экономили как могли. Ясно. Спасибо, отправляю завтра. У тебя попадало все. Какой-то фокус. Она просто из бумаги, из этого, хопа, у меня два косаря. Да такие услуги. Да это такое расследование. Он просто, знаешь, как вы, девчонки, такой: так, хорошо, сейчас мы его найдем, сейчас мы его вычислим. Я видел его в этом сторис, я его видел вот в этом посте, и вот так вот все. Да ладно, два косаря. Ты бы за два косаря бы нашла бы какого-нибудь чехра. Я бесплатно делаю постоянно. Ну, а тут два косаря, я даже сейчас не хурму деньги. Ладно, продолжайте наблюдение. Он такой, дальше. Стоит, наблюдает. Мне платят за то, что я под дождем стою. Вот этот звук...
видно, на кнопку нажимаешь, и запись пошла. Там первый щелчок, сигнал пошел, а второй щелчок, когда ты отжимаешь кнопку, уже записывается. И получается уже две фазы. И каждый раз мы слышим, как щелкает типа записи. Я думаю, эта дверь закрылась. Ага. У вас не такой большой хронометраж, чтобы мы смотрели, как машина отъезжает 3 часа. Какая это... ты душная! Это, нет, это экспозиция. Это ты выдерживаешь напряжение. Машина отъезжает, она о чем-то думает, переживает, драматургия. Ты вот человек, который вообще не с творчеством никогда не сталкивалась. Первый раз видишь кино. Ой, Господь. До сих пор едет, я в напряжении. У них получается. И тут резко начинается дрифт. Ранетки. Нет, не фильм, а фильм Курицына с этими дрифтерами, с гонками. Блин, очень похоже на резко. Степа, не мог бы ты посмотреть, нет ли у них британского прыска? Это мой любимый коктейль. Чего? Я хочу сейчас, подождите. Есть субтитры? Субтитров нет. Сейчас, подожди, давай вслушиваться. Нет ли у них британского прыска? Это мой любимый коктейль. Конечно, люблю. Не мог бы ты посмотреть блюдо для итальянского прыска? Вот, наверное, она какое-то итальянское. Капрезу хочется заказать. Итальянское происхождение? Йоу. Муки сыпануло или соли. Это то, что, знаешь, вот остается на дне рюкзака, ты вот так сидишь, все это собираешь, а потом туда вот высыпаешь в кружку. Сейчас... И он что, настолько увлекся меню, а вот ты же меню все вот так смотришь. Ну я вот так всегда смотрю, чтобы... Как... Настолько увлекся меню, что не заметил, что... Это социофоб, не хочешь там... людей видеть этих. Нет, такого нет, Людочка. Ну это не страшно. Давай тогда выберем наше знакомство, которое будет очень приятно для нас. Ну что, компот налили? Что это такое? Какая-то... Не интересно. Ладно. Я больше в восторге от этих... Мне очень интересно. Я больше в восторге от соляночек вот этих, которые, знаешь, прям вот эти пересыпаечки вот эти, которые в столовке. Почему-то вот это для проектора штука висит. А потому что... Потому что они снимались... Где, в школе где-то снимались. Нет, ты чё, это нормальное явление. Там вот караоке начинают петь вот эти все. Алла Борисовна уже какой раз поднимается вот на сцену на этом проекторе. Ты чё? Ладно. Никогда не была в таких заведениях? Ладно, я душная. И шо, ему сейчас поплохеет? Он сейчас обкакается просто, уйдёт. А я думал... Давай. Это, знаете, это, короче, никакой не яд, это просто парализующее какое-то. У него жопа просто... Не, он просто отупел. У него жопа онемела, он ничего не чувствует, ему лезут прям в копилку, достают телефон, ни хрена не чувствует. Я пойду на секундочку, макияж поправить. Ты так безумно красиво. И все же. Ну ты красивая. Ну, короче, она говорит, я отойду макияж поправить. А, я отойду макияж поправить. Он говорит, ты и так красивая. Да. И блин, все же. Нахера мы здесь сидим, да, спрашиваю, чтобы переводить вам. Сама отпила из того же. Их перепутала, все, и тоже. В чем план, обократь его? Будет тоже ходить. Ой-ой-ой-ой, ниже спины ничего не чувствую. Она реально отпила не из своего. Да из своего. Да посмотри, отпила. вот, давай, вот, смотри. Вот. Это ее как раз стакан. А ей, ней же ближе Саш, был. Ее стакан. Сейчас оба обосрутся просто. И уехала, кинула пацана. На
на баблоке. Вот, знаешь что? Вот из-за этих сериалов пацаны такие, типа, женщины, только деньги им нужны, вот это вот. Она поведется. Социальные ролики, 5 лет поднимал я груз на спинку. Полный карман, вот эти вот, знаешь, песни? Да я вырос на этом, я тебе говорю, все мое представление о женщинах. Вот из-за этого, вот мужчины смотрели эти сериалы, такие, ну, меркантильные вы, конечно, бабенки все. А это сериал, ребят. Так, подождите, а что? Она просто насыпала ему Доси. Для чего? Доси насыпала ему. Какой ты эффект дало? Стакан просто отсыпала и уехала. А что он там дрестает, умирает? Может, он стал рассеянным из-за этого? Может, рассеянным и упустил ее. Она ушла попудрить носик, он уже... Пена. Просто ушел. Да, это реально пена, потому что это порошок. Ой, какая дверь уродская. А все ок, да? Вот что, Лунтик? Кто это сзади? Где была? Не так развела одного типа на деньги. Я слепой или... Ну, ладно, там надо... Слушайте, вы меня простите, там надо 3 раза 4 пересмотреть сериал, чтобы, ну, знаете, вот фильм смотришь или и только со второго, так третьего... Так я и так поняла, с третьего просмотра ты начинаешь некоторые детали. Я только сейчас понял, что она украла у него бумажник. А, думал, ты ее бумажник. Да рубин-то моя. Саша, она с кармана его сняла. Там, я думал, телефон достал оттуда. Это не телефон был, да? Саш, ты как смотришь? Смотри внимательнее, пожалуйста. У меня глаза онемели, у меня жопа все. А что так мелко? Могла бы хоть разобрать. Хоть я забыла текст. Ой, Марина, замуж это твой конек, а я не могу до первого встречного выскочить. Мне нужен... на белом коне. Чтоб любила. Ты, кстати, еще чего не спишь? За чуваком. Следи за диалогом. Он прям ловит каждый кадр. А, я так молока пошла попить. И для этого накрасилась. Я не красилась. Ой, Марина, хоть мне-то не ври. Ладно, не хочешь говорить, твое дело, я спать. Так, декодируем все, что у нас произошло. Короче, она принесла деньги. Она говорит, что так мелко? Могла бы замуж выйти. Она такая, замужество для меня, это типа твоя еще. Да, да, она да. Говорит, ты типа что, ждешь принца? Она такая, потом она такая, говорит, а что ты накрашенная? Она от нее скрывает, что она ходила вот к этому капюшону черному. Она говорит, просто это накрашено я не с того случая. Да. Я думала, она кого-то грабанула тоже. Я с молоком ходила. Она говорит, ой, тебе, что ты мне врёшь? Все, я все понял. Понял, говори, срастил. Марина. Ну, вот так вот. Слушай, я вписала в этот сериал, я считаю. Марина. Музыку надо резать будет 100%. Виртуальный секс будет звучать. Что это за город вообще? Так они в Москве, девчонки снимают. Это не Москва. Это Москва. Я надеюсь, что нет. Это Москва 2010 года. Что без девочки? Коротенькая. Саш, да это не Москва, это какой-то... Какой интересный разброс. Детские куртки и такое херак свадебное платье. Это не свадебное платье, это детское платье. А, да? Саша. Не дети там сфотографированы. Блин, им что, разрешили только вокруг детского ходить? И дальше охранники их гоняют. Это интеграция. Все, я понял. Это бабка на шубе. Лучше сейчас шубу рекламировать. Деньги считают. Такая посчитал. Не, мне хватит и на более приличное место. И поехала в столицу кутить. А я просто вышла, реально посчитала и дальше пошла. Ну это задумка режиссерская. Я тебе говорю, у них арендованный пятачок, они дальше не могут просто двигаться. Так приятно видеть бренды, которые еще не ушли из России. Вот они. Какая-то, знаете, ностальгия. И снова на картинках увидела тебя. В окне волшебном
экрана. Она считает города. Она еще сокрабит? Она считает. Все губы красит. Чтобы ее не узнали. Она типа специально. Она в зеркало смотрит, наблюдает за бабкой. А-а-а, все. Бабка идет, считает деньги, почувствовала на себя шлющий взгляд, такая, душа моя старушечка чует, уходит. Бабка просто гуляет, она сейчас его ограбит, походу, мне кажется. Да, так я тебе говорю, она развернулась, потому что она почувствовала, что ее палят. Не просто стерочки, это мошенницы. Мошеннички. Что она выбирает? Что это? Красится уже полчаса такая. Так, ну все, я готова грабить. Где бабка? Бабка ушла уже, все, она в Москву. А Мария? Оба. Девочка брюнетка, девочку не тронь. Стихи ее в открытках не хочет, не любя. И снова на картинках увидела себя. Ну бабку грабить это вообще низко. Ладно, мужиков. Да это плохая бабка. Насколько плохая? Ну вот эта вредная бабка, которая до всех докапывается. А, да. Вот это что, употребляешь? Куришь, да? Да ты стерва, вот так оно говорило. Посмотри на себя, малолетняя шкура. Куда ты вышла? Бабки эти вообще, я их не уни... Чтобы она ее и по башке ударила. Сидит и обсуждает всех с остальными. Я запомнила. Я говорю, грабану тебе, всю твою пенсию заберу. Да грабь уже! Она такая походка. Это она! Я думал, это новый персонаж. Это Марина? Да, Марина, да. Вот. Ничего себе. Слушайте, ну это перевоплощение даже нас застало Марина, врасплох. Подожди. Это она! Блондинка эта. Она взяла и сорвала себе волосы. Сейчас я посмотрю. Она же в камеру посмотрела, чтобы мы кретины уже срастили эти два понятия. Служба охраны. Женщина, подождите. Вы меня? Да, я вам. Я из службы охраны торгового центра. А что случилось? Я из ФСБ. Я из службы охраны торгового центра. Она сказала до этого, я из ФСБ. Я из службы охраны торгового центра, она сказала. Из службы охраны торгового центра. Джи. Да ладно, тебе, ну пожалуйста, мне это важно, эти детали, не трогай меня. Женщина, подождите. Вы меня? Да, я из службы охраны торгового центра. А что? Я из ФСБ. Я из службы охраны торгового центра. А до этого он сказал, я из ФСБ. Рассудите нас. Что случилось? А, понимаете, мы уже второй месяц разыскиваем воровку Туши из отдела косметики, а вы очень на нее похожи. Не могли бы вы мне показать? Я в рот никогда ничего не... Да как можно? Ваши документы. Пожалуйста. Оболгали бедную женщину. И она ее реально ее позвали. Теперь какую-то знакомую со двора позвали сниматься. Теперь ее репутация запятнана. Все теперь такие придурки, как мы, сидят, смеются над этой женщиной. А она вот сидит, смотрит все реакции кретинов этих на Ютубе. Такая, ну как можно заслуженного учителя России вот так вот брать и поносить. Мне деньги были нужны. Они предлагали мне деньги сняться в это. Небольшие. Ну а кто сейчас много зарабатывает? За тушь. Хорошая женщина. Вот, пожалуйста. На нее еще и кредит завели, потому что она... Паспорт засветила. Тоже? Да. Ну, да, вот. Спасибо, вы мне очень помогли. Та воровка гораздо старше вас. Извините за причиненные вам неудобства. То есть какая-то бабка ворует тушь, косметику. То есть вы подумали, что мне 70? Подумали, что я старше? Ах ты шлюха. Ничего, спасибо большое, с такой охраной, как вы, у нас никогда ничего не пропадет. До свидания. Это прям, знаешь, как репа. До свидания. Слава Советскому Союзу. Власть у нас что надо.
нее бедная бабка. А что, ей платок украли? А бабка завернула в платок деньги, ты помнишь, она там, она пока, нам а показывала. А я думала, это просто платок, она купила в магазине платок. Мне больше интересно, как они друг друга скоординировали, что нужно именно в платок. Это что... не первый Но... раз, это план. Есть? А то. А у тебя что? У меня браслетик. Молодец, как сумела. Попросила продавца открыть шкафчик с браслетиком. Попросила его достать один из них, потом третий, пятый, десятый. Когда на столе уже было достаточно, я попросила продавца принести тот, что за прилавком. Да, она отвернулась, одного из этих браслетиков не стало. Красиво, мой метод. Уже... она... Короче, она браслет украла. Браслет украла. Как, я не поняла. Ну, как... Что, это кто-то отвернулся, что-то она простила. Это, знаешь, это еще один прием кинематографа, чтобы... Это прием именно русского кинематографа. Не все показывать, не все озвучивать, чтобы зритель сам додумался, сам срастил, не, понял. Не, знаешь, чтобы воры не пошли, не повторили. Блин, тоже классно. Потому что такие схемы на Ютубе вот так разворачивать. Они понимают, потому что консультировались у людей, да, возможно, сами у были свидетели. Да, у следственного комитета. Что мы смотрим? Какую херню. Да? Алло? Кого? Людмила? Да, Степан, это я. А откуда у тебя мой номер? Когда? Тревожно. Нет, сегодня я не могу. Хорошо, завтра в 7. Хорошо, в том же баре. Знаешь, чего я боялся? Что сейчас бабка вот так на стекле Вот этого я ждал. Этого не произошло. Просто музыка... Понимаете, мне, я же говорю, я натренирован кинематографу. И тут музыка, саспенс нагоняет. Я ждал чего-то такого, выхлопа какого-то. Кто это был? Помнишь, я тебе вчера рассказывала, что я обчистила одного типа в баре? Ну. Так вот, он, пока я отвернулась, успел позвонить с моего мобильника на свой. И теперь он просит встречи, а если я не приду, то он заявит в милицию. Не вздумай идти. А что делать? Если он пойдет в милицию, то у него есть мой номер. Не тяжело пробить и адрес. И тут же всплывут наши поддельные документы и наш настоящий возраст. А? А ты чё? На свое имя, что ли, оформлял? Подожди, а что? Что он спалил? Так, Буся, ты с чем слушаешь? Онемевши жопой или тут четко тебя проговаривает? Короче, он в том баре, да. Пока, вот это, пока у него все онемело, он кое-как онемевшими пальцами набрал ее, тебе достал ее телефон, у него позвонил есть себе. А потом он такой, ага, меня обчистила эта шкура, я, говорит, я тебе угрожать буду, я тебе в ментовку. А она такая, так это же я на себя заводила, на свое имя этот телефонный номер. У вас номер. Что, нет симок дополнительных? Ну вот, человеческий фактор, прокол. Все, и вот теперь он это связал и отправит. Их милиция посадит, да, девочек наших хорошеньких. Что, мы закончили? Что же будет в следующей серии? Что же будет? Так? А где вот эти привезли? Второй серии там, чтобы нам как-то это затравочку какую-то сделали. Или они отсняли, думаю, ты по кускам отснимали, выкладывали. Не, ну это, ребят. Слушай, это... мне нравится. Я понимаю, что мы там ржем, смеемся над женщинами, но они достойны вообще, мне кажется, великой славы. И представляешь, насколько реально успешный проект, что спустя 10 лет какие-то вот ненамерки сидят на Ютубе, это все смотрят, еще и как-то пытаются с кем-то это обсуждать. Я считаю, это надо вот жизнь прожить, как эти девчонки. Девчонки, и если у тебя нет сериала, который вот так вот в культуру войдет, то что за жизнь у тебя? Я просто выражаю свое почтение, свое вот... вы молодцы, девушки. Я знаю, что вы нас не смотрите. Анастасия, я знаю, что вы уже... Я знаю, что вы уже... Ирина Ряпосова. 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 И Степан Кирилл Стуль. Столь. Стуль. Стульчак. Спасибо, что посидели с нами. Хотите уже, идите. Прощаемся, ребят, с вами. Все, хотите больше, пока. Ну, вы дайте знать. Я хочу очень сильно. Мне очень сильно понравилось. Блин, вообще кайф.